Девочки, всем большой привет! Я начинаю наш новый влог и приглашаю вас ко мне в гости. Сегодня хочу показать вам всего понемножку. Мы были в винтажном магазине и хочу показать вам то, что я нашла. И также описать один из винтажных ароматов. Это известный аромат Фиджи, так что кому интересен формат такого влога, то обязательно оставайтесь со мной. Я буду рада вашей компании. И благодарю вас за все приятные комментарии, за подписку, за то, что смотрите мой канал, и за то, что вы со мной на одной волне. Мы в ресторанчике решили сегодня с понедельника начать неделю в ресторане. Всем приятного аппетита, будем есть рыбу. Представляете, одного человека это. Ужас, это полпорции, это даже не порция. Мы съели только половинку. Половинку заберем домой. Это очень вкусно. Санька взял. Ого-го, tu vas manger deux? Мороженое и два шоколадных тортика. И на сет. Это у нас клубника с шоколадом. Мы приехали в Трокант. Смотрите, здесь можно купить картины. 10 евро. Посуду. Мои хорошие, сегодня поговорим о легендарном Фиджи. Помните этот аромат? Аромат наших мам, наших бабушек, аромат француженки, аромат женственности, ароматы. Тот аромат, за которым, который стремились найти, который стремились достать в Советском Союзе многие женщины. Аромат легенда. У меня вот именно в такой бутылочке написано тестер, то есть кто-то его, видно, перекупил, перепродал. И это такая прозрачная бутылочка, и пробка сделана в виде такой шляпки.
Сейчас я расскажу немножко историю этого аромата. Аромат был создан в 1066 году известным парфюмером Гай Ларош. И этот аромат – аромат тропического острова, потому что Фиджи – это тропический остров. Этот аромат солнца, лета, моря, песка, элегантных женщинах в черных таких купальниках, в широких шляпах, с красной помадой. И, то есть аромат, который внесет в себе перчинку, аромат, который несет в себе солнце, теплоту. Это древесный, пряный, цветочный аромат. Он подойдет далеко не всем. Он достаточно терпкий, достаточно, может быть, удушающий для кого-то. Но это аромат история, аромат винтедж, аромат ностальгия, аромат элегантность, французский аромат, вот именно французский. Он связан и с островом, и с морем, и с теплым раскаленным песком, и с бризом морским, и в то же время с Парижем, с элегантностью, с французской женщиной, галантностью. Вот именно такой он для меня, Фиджи. И напишите, если у кого-то был этот аромат, сохранился, может быть, кто-то из мам, бабушек использовал этот аромат, как вы к нему относитесь и любите, не любите, какие ассоциации он вызывает у вас. А я очень довольна, что он появился в моей коллекции и с удовольствием буду хранить его как память о легендарном французском аромате Фиджи. Вивьен, браво! Вот такой у нас сегодня вечер. В школе забастовка, а мы на празднике. Девчонки, мы начинаем убирать наш жарден понемножку. У нас жарден, это по-французски сад. Здесь вот у нас уже лучок зелененький, тмин, розмарин, мята. Посадили грушу.
и яблоньку. Птички вот поют. А здесь у нас немножко Виктории клубнички. Шалфей. Сейчас я вам покажу цветочки. Магнолия наша начинает набирать бутоны. Она у нас такая ярко-ярко-сиреневая. И примула. Посмотрите, сколько у нас примулы в этом году. Красота. Целый ковер. С каждым годом все больше и больше. Ну и перед тем, как закончить влог, покажу вам мои находки. Тот, кто смотрел влог с самого начала, то видел, что в магазине продавался вот такой набор. Это набор из фарфора, да? Фарфор, по-моему. Парсюлян. Я всегда путаю. Французский. Мне очень понравилась форма тарелочек. Они такие белые и с золотым рисунком. Продолговатые. Я взяла две, и у меня были вот такие чашечки. Эти чашечки от марки Nespresso. Будет смотреться вот так. То есть сюда можно десерт, можно что-то, ложечку. И, по-моему, смотрится очень эстетично и красиво. Вот будет у меня две такие тарелочки. Извините, немножко отсвечивает, у нас уже вечер, и я нашла вот такую, как бы, такой журнал, да, журнал Шанель. Очень мне понравился, здесь такие винтажные фотографии. Просто смотрится в интерьере чудесно. Описание духов и красивые очень фотографии, статьи на французском. С удовольствием его почитаю. И будет в моей коллекции. Вот такие книги, журналы, они очень стильно смотрятся всегда на фотографиях, очень стильно смотрятся в интерьере. И да, все это стоило сущие копейки. Наверное, вот такой журнал, евро, а то и меньше. И тарелочки стоили 50 центов. Последнее, что вам покажу в этом блоге, это вот такая шкатулка. Она белая, белые розы и золотая каемка. Это также фарфор французский. Здесь все написано. Я ее еще пока не приводила в порядок. Сейчас нужно ее начистить, отмыть. И будет умнее под украшение. По-моему, красиво очень. За нее я отдала 3 евро.